Лесов, парков и садов на территории Ленинского района хватает. А с наступлением теплых деньков работы у врачей-инфекционистов прибавляется. Ежедневно с укусом клещей к ним обращается в среднем 4 человека. Московская область у нас не эндемичная по клещевому энцефалиту, но довольно-таки часто у нас в клещах обнаруживается лайм-боррелиоз. Также редко, но встречается грануломатозный анаплазмоз человека. Профилактика та же самая, что и у лайм-боррелиоза. Это идет антибиотик-профилактика. Врачи рекомендуют при выезде на природу активно использовать аэрозоли, отпугивающие насекомых. Тем более, что почти у каждого жителя района найдется своя история про клещей. В мае ходили с одноклассниками на пикник. И там на одну девушку сел клещ. Но у нас был спрей с собой, и мы попшикали, и он завалился там. Даже если вы самостоятельно удалили клеща, посетить лечебное заведение стоит обязательно. Здесь и анализ сделают, и профилактические средства назначат. Врачи говорят, что пациенты с укусами клещей идут к ним до самой поздней осени. В основном это, конечно, грибники. Как выясняется, клещ спит в чашке гриба. Когда его приносят домой, он отогревается и кусает своего благодетеля. И таких случаев сотни. Не обходит стороной беда и братьев наших меньших. Соня с мамой принесли своего питомца на осмотр. Во время прогулки маленькая хозяйка обнаружила в шерсти собаки непрошенного гостя. Хотела погладить, когда, провела по шее, почувствовала там какую-то, болячку или что-то такое выпуклое. А когда раскрыла, увидела клеща и сразу побежала домой. И родители его сняли с помощью масла и щипцов. Стоит отметить, что животные и люди от клещей заражаются разными заболеваниями. Здесь также важно как можно быстрее посетить лечебные учреждения и не забыть извлеченные насекомые. Они переносят такое заболевание, как пироплазмоз, переносят клещи рода дермацентр, эксодовые клещи, вызывая необратимые процессы в организме собачек. Животным также необходимо покупать специальные капли, таблетки или ошейники, отпугивающие клещей. Тогда маленькое насекомое не доставит им больших хлопот. Максим Козлов, Александр Будников, Сергей Ларин. Видное ТВ.